Всем доброго дня! Сегодня к нам в отель приезжает шеф-повар и будет нас учить и презентовать, как правильно готовить некоторые польские блюда. Поэтому, я думаю, будет очень интересно, и я вас возьму с собой. Пойдем смотреть. Это хрен. Запах его. Да, хрена. Да? Не хочу. А покажи картинку. Да. О, тут, а? Чуть-чуть. Что это, Лесь? Перец. Перец. А тут мелко чеснок. Чеснок мелко. Сначала отварился бульон с сельдереем, морковкой. И с колбасками. Нет, а потом уже кинули колбаски. В несколько бульончиков вот этого кубиков. А? Потом хрен. Потом сливки, ты пропустила. А, закваску. Сливок вылили. В общем, закваски, я понял, тут очень много всего. Он такой пряный будет, наверное, очень пряный. Мешай, мешай. Картошку еще не кидали. Не. А может, картошка не сюда? А я не сюда. Картошка можно кидать? Нет, это вареники там. Не сюда, а то, может, вареники? Не сырные. А туда будут, как они, земля? Нет. Не буду. Картошка не будет. Не будет картошка. Нет. Хлеб? Так. Туда хлеб? А, просто с хлебом. Нет, то все. То уже в шисто? В шисто. Так. А земля какое будет? До мяса. Мясо. Так. Так. А как правильно называть этот суп? Журек. Журек. У нас мастер-класс сегодня по приготовлению еды. Туда. Где сон? А, сюда. Ушел. Пошли. Фото. Чесночок с солью. Yes.
І то всього. А морковку і селеру треба давити чи ні? Ні. Сейчас словлю ее, подожди. А как ее теперь накинуть? Да вот так, кидай. Ну, а, не, ты не хочешь сосисок? О, не хочу. А, я поняла. А яйца? Там есть еще Вон, яйцо кинь ей. Лесь, кинь ей яйцо. А вам задужу? Что, задужу? Можно за добавкой? Вот что съест суп. Больше. Юшки надо, Лиз. Да. Подождите, она ему сначала ложит. Да, юшки. Насыпай мне еще. И как вам, вкусно? Обалдеть. Обалдеть, да? Да. Ну все. Жорик настоящий. Юшки надо. Юшки побольше надо. Все съели. Надо только рецепт, да, пусто. Рецепт записать Жорика.